Уже сегодня во дворцах бракосочетания возобновилась регистрация заключения и расторжения брака. Напомним, работа ЗАГСов была приостановлена из-за коронавируса. Сейчас меры безопасности также сохраняются. Церемонии бракосочетания будут проходить без гостей, а записаться можно по телефону или через портал госуслуг. Необходимо, конечно, понимать, что главная сейчас задача – это сохранение своего здоровья, близких, окружающих. Поэтому прошу отнестись к этой ситуации с пониманием. При этом хочу отметить, что как только ситуация будет выправляться в лучшую сторону, мы рассмотрим возможность, как это уже сделано в других субъектах Российской Федерации, возможность участия уже в бракосочетании приглашенных до 10 человек. В настоящее время на август уже подано 340 заявлений. При этом я хочу отметить, что опция по переносу бракосочетания, она сохраняется. И любая пара может по согласованию с отделом ЗАГС перенести на более поздний срок бракосочетания для того, чтобы дождаться торжественного бракосочетания.